Ну, зрелище не из легких. Мы можем попозже, если сейчас. Страшно даже подумать, что за мудак больной мог такое сделать. У меня пропала дочь. Здесь таких случаев десятки, и никто ни хера не делает. Ворота я сама закрыла, никого не было. Ну кто-то же здесь оставался, кроме вас. Света, ты сегодня приехала, а завтра уехала. Мне здесь еще жить. Я поняла, что ты мне никогда не скажешь, но ты должна считаться со мной. Может, вернусь раньше, чем ты сообщение услышишь. Самые страшные вещи в моей жизни случились именно потому, что я побоялась сказать правду. Господи, только вода младшего, только вода младшего, пожалуйста, Господи, только вода младшего. Во всем, что случается с нашими детьми, виноваты мы. Дожди! Я прекрасно знаю, на что я имею право, а на что нет. И пока вы, вот такие вот правильные мудаки, сидите здесь, ни хера не делайте, смотрите на этот пи***ть, я хотя бы пытаюсь ее вытащить оттуда.